В Губке не прошел фестиваль детского творчества «Каждый ребенок особенный, все дети разные». Он собрал на одной площадке и детей с ограниченными возможностями, и совершенно обычных. Еще 2 года назад этот фестиваль существовал лишь на бумаге в виде проекта, разработанного местным советом женщин. А уже сегодня у него десятки участников и большие планы на будущее, в чем убедилась Екатерина Равинских. Лера Водяха старается, волнуется, как и любой обычный ребенок, хотя ее чаще называют особенной. Ей 9 лет. Из-за тяжелого врожденного заболевания перенесла 4 сложнейших операции, годы реабилитации и борьбы. Но все это забывается, когда она выходит на сцену. К выступлению на фестивале готовилась почти год, не пропуская ни одного занятия в местной школе арт-терапии. Результат увидели сразу. Начали сначала просто заниматься, потом уже наш руководитель сказала, что у Леры очень хорошо получается лепка и вот эти всякие мелкие занятия, там оригами, и она это любит. И мы начали делать собственные работы, и у нас планируется еще у нее, у Леры, личная выставка ее работ. Школе арт-терапии «Серпантин», как и этому фестивалю, 2 года. Они растут и развиваются вместе. Детки у нас все с ограниченными возможностями, возраст тоже разнообразен, от 4 до 16 лет дети занимаются. Посещают они у нас разные классы, классов всего у нас 4 существует, это класс хореографии, класс вокала, класс декоративно-прикладного искусства и театральный класс. Фестиваль дает возможность детям показать свои достижения на сцене. Но не только. В его рамках проходят общие занятия и мастер-классы, где можно научиться элементарным приемам лепки глиняных игрушек или создать из бумаги и лент воздушного змея. В этом году фестиваль собрал вместе около 150 детей. В этом фестивале принимают участие не только особенные детки, но и совершенно здоровые дети. Потому что задача фестиваля, цель этого фестиваля – показать творческий потенциал детей, показать то, что особенные дети ничем не отличаются от совершенно здоровых детей. Ну и, конечно же, чтобы они проявили свое творчество и подружились. Поэтому на фестивале не было жюри. Дипломы и подарки получили все дети без исключения. Ведь для некоторых из них даже само участие в фестивале и выход на сцену уже большая победа. Екатерина Равинских, Сергей Кириченко. Новости мира Белогорья.